Более 60 участников, чем не показатель того, насколько велик интерес школьников к соревнованиям такого рода. А если учесть, что подготовка к состязаниям носила исключительно добровольный характер, несложно догадаться, каково было желание каждого из подростков показать свои способности. Упражнения по преодолению полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, учебной башне – все это оперативно и с учетом поставленных условий. Согласитесь, такие задачи отнюдь не из легких. Но путем проб и ошибок ребятам удалось добиться результата, а впоследствии поставить свои рекорды. Такой вид спорта, он очень сложный. Потому что здесь задействованы все группы мышц, и причем не только надо быть сильным, ловким, но и думать, потому что здесь идет еще и на смекалку, на тренировку. Без тренировки никуда. Хорошими физическими данными не обойтись. В пожарно-спасательном спорте есть свои нюансы. Для того, чтобы блистательно выступить на соревнованиях, многие из школьников занимались на базах аварийно-спасательных частей, прибегали к помощи профессионалов дела. Что-то новое открыло, как бы. Почему дома сидеть? Лучше побежаться и получить долю адреналина. Может, кто-то найдет себя в этом деле и будет дальше продвигаться. Наравне с юношами трудности преодолевали и представительницы прекрасной половины. Более того, девушки доказывали, что ничуть не уступают физподготовке, выносливости и смекалке. Интересно, вот первый раз на соревнованиях таких вообще интересно. А что именно интересно? Ну, как это все происходит, кто быстрее бегает, кто как. Соревнуются. В каждой из команд участниц по 6 спортсменов. Победители определяли по лучшему результату, показанному в одной из двух попыток упражнения. Соревнования за время своего проведения в областном центре зарекомендовали себя как площадка для реализации спортивного потенциала молодежи. Послужили для многих ребят толчком к новым стартам. Ажиотаж на состязаниях нынешних стал подтверждением тому, что юноши и девушки предпочитают активное времяпрепровождение пассивному досугу. Проведение его в таком масштабе при поддержке отдела образования, спорта и туризма Брестского горосполкома, а также Брестского городского комитета БРСМ говорит о многом. Брест является, в принципе, спортивной столицей Беларуси. И то, что в городе Бресте проводится такой мини-чемпионат Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, но это большой плюс для молодежи нашего города. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.